сказал? Читай. Прокуратура. Я сила, я закон. Старший прокурор отдела прокуратуры Полтавского района. Ты что ли была? Я здесь вам всем кислород перекрою, понял? Потому что я закон. А чего вы сразу не сказали, я это сопровождение устроил бы? Теперь у нас будет свой дом. Не каждый же сам начальником прокуратуры в одном доме живет. Должен кто с ней река? Старший прокурор Полтавского района. Вы понимаете, вы неправильно... Подделка документов – это серьезная статья. Тем более прокурорская ксива. Я больше не буду. Честно. Есть одно дело, как раз искала человека, как ты. Что за дело?